Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Вырвались мы снова с вами сегодня на природу. Вот в такой вот прекрасный выходной день. Погода, конечно, маленечко снова нас не радует. Дует такой юго-западный, западный ветер. Ну, на улице у нас где-то плюс 4 градуса. Приехали мы на вот такой вот водоем под названием Чины. Будем производить рыбалку. Подледную рыбалку на зимнюю удочку. Что у нас из этого получится, пока еще не знаем сами. Вот как видите, техника какая тоже проезжает, рядышком с нами стоит внедорожная. Так по всему берегу практически стоят машины, кто на мотособаках, кто вот на соколах приехал. С той стороны тоже народ на снегоходах стоит. Но мы сейчас будем забуриваться, что и делает сейчас мой товарищ. Посмотрим, что какая рыбалка из этого у нас получится, пока еще не знаю сам. Но говорят, что ловится хороший крупный окунь, попадается карась, судачок. Так что посмотрим. Приступаем бурить лунки. Немного отступлю от товарища и будем. Пробурим штук несколько. Теперь чистим луночки, также по кругу, ото льда, дай бог будет последний ледок, так-так у нас сегодня тоже минус 4 градуса где-то, как я уже сказал, и добавляем немного гумаруса, вот он какой, руку заморал об ржавчину. Тем самым приманивая рыбку. Охота бы, конечно, чтобы сразу угадать на место. И все. Чтобы помаленечку ловилось, да ловилось. Большая еще больше. Рыбачить я буду сегодня первый раз на зимнюю удочку. Обычно открываю ее на ротане. Но в этот раз как-то у меня все не получается съездить. А здесь вроде выходной день, погода позволяет, машины идут, все хорошо. Поэтому почему бы не съездить на цивильную рыбку сразу? На хорошем таком водоеме сибирском. Ну и сейчас приступаем непосредственно к рыбной ловле. Мормышка у меня вот такая вот, жучочек. Удочка у меня вот такая. О, кто-то мужики бензобур завели. Лед смотреть не на что, они бензобуром. У нас, конечно, электробур тоже есть дома, но я его еще как-то не стал с собой вывозить. Будет лед хотя бы там сантиметров 60-80. Тогда и будем, наверное, таскать. Так, одеваем сейчас мы опарика сразу же. В прошлый раз, по-видимому, еще с прошлого года не снял нормально.
одеваем штук несколько опариков. Кто смотрит вечером, приятного аппетита. Делаем своего рода такой винегретик. Так, ну и все, опускаем нашу мормышечку на дно озера. Эту удочку мне еще отец сделал, когда я в школе учился. Так что она мне дорога. Лишний комментарий не пишите. Купить удочки у меня есть возможность. Вот она, наша первая поклевочка. Вот такой вот окунек. Вполне достойный, с моей точки зрения. Опа. Мужики говорят, на глаз. Я еще до дна не довел, кстати. На глаз одевают и поперли. Так, еще отпустим. Так, все, дно. Один, что ли, был? Привлекем внимание. Ну все, пойдем по кругу тогда, раз не клюет. К следующей лунке. Клев, сказал бы, я не важнецкий. Подхожу, вот уже считаю, что на пятую лунку. Вот пятая лунка только сработала. И то клюнул. Так называемая кошкина радость. Мужики на вездеходе, которые были на Соколе, уже поехали дальше. Видать, матерые ребята посмотрели, что нету, и поехали дальше искать стаю окуней. Но мы сейчас тоже круг дойдем, посмотрим, если клевать не будет. Товарищ чуть больше меня поймал, то тоже куда-нибудь двинемся в поисках окуня. На новую лунку приходишь, вроде сразу клюет. Ну, правда, мелковатый. Там у меня побольше попался один. Потом как отрезает.
Нацепил я уже глаз. У товарища тоже на опарика лучше, ой, на глаз лучше клюет. Покрупнее вроде бы, как он сказал. Вот чуть ток покрупнее. Бог знает, может расклюется. А может быть и нет. Ветра бы не было, вообще бы классно было бы. Можно было бы без варежек рыбачить. Или клевал бы он, допустим, на этом, на одной лунке, так можно было бы эту палатку поставить и все, и в палатке рыбачить. Но не тут-то было. Все, наверное, которые рядом с лункой стояли, поймались. Вот как-то по этой стороне, ближе к камышу, одна-две поклевки и все. Вот на этой лунке вот три сейчас, самое большое. Пока. Посмотрим, что дальше будет. Это самое главное, лишь бы клевал. Мне бы хорошо бы и карасик бы, если проклюнул бы, проскакивал бы, поклевывал. Я бы счастлив до безумия был. Самое главное, что сезон открыли по подлёдной ловле. Все, я думаю, можно сворачиваться, идти на следующую лунку, которые рядышком были окуни. Вот они добылись. Сразу же причем. То есть жор есть у рыбки. От елки-палки просохатил. Поклевку. Пришли на новую луночку. Вот если он есть, он берет сразу. Даже более-менее хороших размеров. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Есть тут ли еще, нет. Вот он. Тоже хорошенький. А, ну, более или менее пойдет, само то. До дна еще не опустил. О, сошел. Но небольшенький какой-то был. По мне так самое главное, чтобы клевал. То есть его искать не надо. 100%. Если он есть, он берет сразу. А если его нету, значит, брать некому. Вот он. Ну, давай, 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 давай. Маленечко так, слегонца. Может, мелочь. Так, как и говорил, 2-3 штуки попадется и все, молчок. Нету этой стаи. Снова варежки надо одевать.
Народ все ездит и ездит друг за другом. По-видимому, также ничего нету. Где-то есть-то. Нет, все, наверное, укололся, убежал. 100%. Ну что, уважаемые зрители, прошел я, в общем, круг целый полностью. Сработали лунки только там ближе к этому камышу, вон там вон. И все. Ну и вот это самое первое тоже сработало. Сейчас посмотрим. Время прошло. Может, еще подошли какие рыбки. Да, все верно. Вот он идет. Более-менее хорошенький. На уху поди наловим. Так нам еще надо на жарево. И куда же нам без горячего копчения еще? А на горячее копчение желательно больших. Ну, что будет, то будет. Все, что ли? Бог его знает. Может, чуть попозже начнет клевать. Может быть, вообще замолкнет. Ну, клев не важнецкий. Мало ее, очень мало. Сейчас еще пару луночек подсверлим. Сходим сейчас до товарища, посмотрим, что он добыл. Вот, по-видимому, один стоял. Сразу клюнул. Клюет в основном на дне. Такого, что по всей толще воды, нет такого. Все, вот он один клюнул сразу же, и все. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас добыл Владимир Николаевич. Вот как видите, народ ездит и ездит и ездит. Мужики дальше поехали в поисках окуня. Сегодня, говорит, почему-то нет. Вчера клевало, сегодня нет. Ну, бог и знает. Приехали мы первый раз. Владимир Николаевич, вот сколько добыл. Экземпляры поболее есть. Вот даже какой крокодильчик попался. Вполне хороший такой. Такие бы все клевали, было вообще классно. Ну, посмотрим. Может, по Чайковскому? Как? По Чайковскому, может быть. Давай. Не, попьем чайку и продолжим дальше. Мормышка, интересно. В этот раз взял большой термос, так как день большой и чая пьем намного больше. Ну все, сейчас чайку попьем и дальше продолжим рыбную ловлю. Попили мы чайку, практически уже круг дохаживаю. Вот на ловчие лунки пришел, думаю, включусь. То, что на всех остальных, сейчас, наверное, 7 лунок я прошел и добыл всего лишь навсего 2 огонька. Сейчас вот поклевочка была, но, к сожалению, как-то просохатил, наверное. Или мелочь была. Ветер как дул, так и дует. Только даже, по-моему, усилился. А клёва как такового, как нет, так и нет. Переезжать мы не решились.
Ой, какой маленький, видели? Вот такой, наверное, и клевал. Переезжать мы, как я уже сказал, не решились, так как все ездят туда-сюда, нигде ничего никто не ловит. Так, помаленечку. Активного клёва как такового нету. Вчера, говорят, помаленечку клевал, и все. Ну, как и всегда. Клюет всегда вчера и завтра. Дай бог, до вечера на свежачка все равно поди добудем. На жарево. Подбурил я еще перед обедом, наверное, штук 5 лунок новых. Две из них опробовал в самом начале около машины. Толка нет. Сейчас вот ближе к камышу еще у меня что здесь? 3 штучки есть. Сейчас попробуем их. Может быть, у них будет толк. Хотя вряд ли, конечно. Все, можно идти. Лунку проверили. 2 штук вытащили. И все. Слегонца подкармливаем снова. И идем на следующую лунку. Вот наши новые луночки. Рядышком друг с другом расположены. Сейчас посмотрим, что здесь на свежачка будет. Здесь чуть помельче, речи нет. Ветер прям отвратить. О, опа, вот он. Идет. Свежая луночка сработала. У варежки аж удувает. Витрина такой. Следующий, сказал заведующий. Прям на самом дне клевал, клюет. Как обычно, 2-3 поклевочки и все, можно сматывать удочку, переходить на другое место. Снова новая лунка. Здесь что у нас будет сейчас? Буквально в 4-5 метрах, где мы сейчас рыбачили. Смотрите, а здесь глубина он вроде как есть. Поглубже, чем рядышком. Но рыбки, к сожалению, нету. Сейчас 2-3 протяжки и на следующую лунку пойдем. Нет, здесь рыбы нету.
сожалению. В этой лунке нету, не сработало. Зря бурили, как и многие другие сегодня. Сразу, если не сработало, то потом еще не факт, что будет работать, ловить. Но тем не менее, все равно надо будет проверять. Кормить надо рыбку. Так, ну и следующую пойдемте. Здесь вот мы с вами заканчивали бурить. Здесь бур оставил. Вот видите, здесь как мельче. Перед камышом даже поглубже. А рыбы, к сожалению, нет. Ну, не будем отчаиваться. У нас еще полдня впереди. Дай бог активизируется клев. Надежда умирает последней. Мы на рыбалку приехали, а не в магазин. Лопатка у нас шевелит ветер, представляете? Пошел, укололся, наверное. Нет, вот идет. Зашел, наверное, уже на второй или на третий круг. На третий, скорее всего. До этого лунка не работала. А сейчас вот вроде бы как клюют. Не сглазить бы. Да, ветер сегодня, конечно, шибко мешает. Прям шибко. Мелочь, что ли? Ну, конечно. Кошкина радость, как я уже сказал. Один, что ли, стоял? Вот. Не шибко взял. Вот он. Ёлки-палки, а. Плыви ты, плыви, расти. Сейчас отпустил в лунку, он сейчас другим расскажет. Больше клевать, наверное, не будет. Скажет, не клюйте. Там сильно холодно. И сухо. Варежки надо одевать, иначе улетят.
Завтра начинается снова рабочая неделя. 100% будет тихо. Как всегда. Ну все, две рыбки поймал, можно дальше идти. Больше она здесь не клюнет. Почему-то. Подкармливаем, идем дальше. По жменьке. Может, какой-нибудь косячок подойдет. Ну что, уважаемые зрители, кого-то зацепил большого. О-о-о-о. Первый мой сегодня трофей. Вот такой вот сурочек. Класс. Побольше бы таких, и можно было бы засолить. Класс. Последняя вокруг нас машина уезжает в сторону дома. Ну и, наверное, мы с Владимиром Николаевичем тоже сейчас поедем в сторону дома. Как видите, практически не клюет. Товарищ подошел, сказал, два круга обошел по лункам, ни одной не поймал. Ну, я сейчас дойду до него, буквально осталось 2-3 лунки, и тоже буду собирать рыбу. На этом наша сегодняшняя рыбалка будет завершаться. Какие-то лунки сработали, а какие-то лунки вообще не сработали, даже одной рыбки не поймали. Ну ладно, в общем, идем в сторону Володи. Ну что, уважаемые зрители, на этом наша сегодняшняя рыбалка подошла к завершению. Плохая ли она была или хорошая, как говорится, судить вам. Удалось мне сегодня добыть вот такое вот количество рыбы в количестве 26 штук. Ну, плохо ли хорошо, все равно добыли немножко рыбки. Как говорится, и коту в глаза будет не стыдно смотреть, и в ухе запах рыбы сделаем. Открыли, самое главное, сезон подлетной рыбалки на зимнюю удочку. Пойдет, как впереди еще весь сезон, так что будут рыбалки всякие. На рыбалку, как говорится, съездить, не в магазин сходить. У меня вот такой вот тут улов. Ну а у моего товарища Владимира Николаевича вот такой вот улов. Немного побольше, ему вот и карасик этот один попался, ну экземплярчики немного побольше. Но ничего страшного. По количеству, конечно, и по качеству он меня общеголял сегодня. Но в следующий раз нам больше повезет. Ну все, в общем, спасибо большое всем, кто смотрел. Ставьте лайки, дизлайки, без них тоже никуда. Пишите комментарии, кому что понравилось, не понравилось. Задавайте вопросы, отвечу всем без исключения. Ну и все, всем всего доброго, до новых встреч где-нибудь на природе, либо на охоте, либо на рыбалке. В общем, всем всего доброго и до новых встреч. Ни хвоста, ни чешуи, как говорится. Всем пока.